Мужество. Хочешь маску сними? Снял. Это как лунтик стал, вон. Вован, где твои ворота? Мои ворота. А, надо забить, да? Вов, ну давай поактивней, что ты там застрял? Рыбу ловишь. О, отбил, отбил. Давай, добиваем. О, 1-0, да? Ну-ка, я за Вову. Давай я против вас двоих. Один ноль. Давай, штрафной. Тихо, тихо, малыш. Один один, ладно, один один. 2-1. Давай, школота. Нет, тут силы не возьмешь. 4. Кто проиграет, отжимается по 10 раз. 4-2. Вова, я один играю, а ты там защищай, Димон. Нормально, дядька.
Здорово, здорово. Защитники номер 17 Юсу и номер 49 Артем. Нападающие номер 20 Андрей, номер 87 Вадим и номер 23 Дмитрий. На льду команда Динамо. Ворота защищают в команде «Амур» Евгений Аникин, номер 18, в команде «Динамо Москва» Александр Еременко, номер 1. Передача Андрея Петерсона, номер 20, и Дмитрия Яшкина, номер 23. Шайбу забросил Вадим Сибачев, номер 87. И да, там есть панорамное окно прямо на ледовую площадку. А так, дорогие болельщики, не спешите расстраиваться. Шанс выиграть билеты в ресторан «Платинум» есть у каждого из вас. Приходите на матчи «Динамо». Следите за нашими новостями в соцсетях. Thank you.
передачи Тельму Пулкинина, номер 8. Шайбу забросил Данил Тарасов, номер 79. Итак, поехали. Смотрим на медиакуб и повторяем лицо выражение смайла на кубе. Вот, пожалуйста, улыбнитесь точно так же, как эта собачка. Правильно. Ваша очередь, посмотрите на медиакуб. Повторите этот смайл. Сейчас стоит волк и забирай! Вот он ты! Идем, забирай, забирай, забирай у нас! Этот подарок от социальной сети ВКонтакте! Поздравляем! Аплодисменты! Аплодисменты! Oh!
Забили? Да. Команда «Амур» играет в полном составе. Пиццу заказывали? Ага. Ты там, я тут. Здрасте. Так, что нам там прислали, ничего не видно. Профуканный лифт, здрасте. Опа, Андрюк, ты тут курил, что ли? Вова, иди-ка, ну курил, смотри. Опять куришь, да? Ну-ка, просто напукал. Напукал дымком.